1 июня в поселке Афипском прошло торжественное открытие спортивной базы «Афипс». Церемония началась с парада футбольных команд. Участие в открытии приняли 4 сборных юных спортсменов. Спортивный праздник посетили заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробко, министр физической культуры и спорта Алексей Чернов и глава Северского района Адам Джерим. Сегодня мы здесь собрались все вместе, чтобы, наверное, сделать первый шаг. Первый шаг как для наших юных спортсменов, так и для этого места, которое в будущем станет, наверное, футбольным домом для юных и будущих профессионалов. Я хотел бы всех поздравить с таким большим событием. Хочется, чтобы вот эти ребята, детвора, здесь показали свои самые лучшие результаты. Именно отсюда начался их спортивный путь в мировой футбол. Мы в это искренне верим и всегда со стороны администрации Краснодарского края готовы оказать всю необходимую поддержку, чтобы у ребят было все. Глава района Адам Джерим пожелал ребятам спортивных успехов и новых достижений. Кубань – самый лучший спортивный регион России, не ошибусь. Северский район не исключение. Во всей Кубани строятся спортивные комплексы, укрепляется материально-техническая база. Все это делается, дети, для вас. Поздравляю с сегодняшним праздником, Днем защиты детей. Желаю всем мира, счастья, благополучия. А мы знаем, что футбол – это любимая игра миллионов людей, поэтому сегодня будет очень красивая игра и уверен, что победит дружба. С праздником вас! Спортивный праздник ярче сделали акробаты студии спортивного танца «Диана». Их выступление не оставило никого равнодушным. После провели турнир по мини-футболу между командами «Спортивная школа по футболу», «Академия футбола», сборной команды Краснодарского края, а также командой «Академия футбола Республики Крым». Хороший мячок! Хорошо, хорошо, хорошо!